Привет, друзья! Я расскажу, как приготовить очень вкусные ореховые порционные чизкейки. Готовятся они совсем легко, а на вкус просто великолепны. Нам понадобится 100 грамм любого шоколада. У меня это темный шоколад без сахара. Ставим его на водяную баню с горячей, но не кипящей водой и оставляем растапливаться на несколько минут. Также нам понадобится 600 грамм творожного сыра. Здесь нужен именно такой, густой продукт. Мягкий творог для этого рецепта не подойдет. Для еще более высокого содержания белка можно использовать пробитый блендером творог. Добавляем к нему 100 грамм арахисовой или другой ореховой пасты. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. 70 грамм растопленного кокосового масла, можно взять любое масло, которое застывает в холодильнике. И подсластитель по вкусу. Тщательно перемешиваем все ингредиенты. Быстрее всего это можно сделать с помощью блендера. Должна получиться полностью однородная, гладкая масса. Для сборки я буду использовать разъемную квадратную форму со стороной 16 см. Можно выбрать любую другую. Но если у вас форма с дном, то выстелите внутрь нее пищевую пленку. Так будет легко доставать десерт. А я пищевой пленкой застилаю только дно, но и это не обязательно. Бока формы прокладываю ацетатной лентой для удобства извлечения. Выкладываю сырный слой. Разравниваю лопаткой. Эту заготовку пока убираю в холодильник. Тем временем шоколад полностью растаял. Снимаем его с водяной бани. И добавляем 70 грамм арахисовой пасты. Тщательно размешиваем. Получилась очень вкусная шоколадная глазурь. На сырный слой я насыпаю немного соли. В ореховых десертах соль никогда не бывает лишней. Примерно 1 грамм будет достаточно. Выкладываю обжаренный арахис. И слой глазури. Разравниваю. И отправляю в холодильник как минимум на 5 часов до полного застывания. Когда чизкейк застыл, достаем его из холодильника. Пищевую пленку можно сразу вынуть из-под десерта, а можно убрать ее потом, после нарезания. Снимаем форму, ацетатную ленту и нарезаем чизкейк на порционные кусочки. После каждого разреза я разделяю части ножом. Получаются вот такие мини-чизкейки. Очень аппетитные и очень вкусные. Нежный сырный слой с легким арахисовым оттенком. Потрясающий соленый арахис. И вкуснейшая шоколадная глазурь сверху. Вместе они дают совершенный вкус. Сочетание не самое обычное и привычное. С одной стороны близкое к сникерсу, но все же сырный слой дает свой неповторимый акцент. И это очень вкусно. За счет высокого содержания жиров эти чизкейки дают сытость надолго. Хорошего вам дня!